Здравствуйте, магазин Lyuchi.ru. Сегодня мы решили записать силу природы и обнаружили, что часть силы природы из новинок мы уже продали, поэтому добили старыми комплектами. Ну вот так вот, не успели записать. Значит, смотрите, начнем мы с вот такой индивидуальной совершенно работы и редкого на самом деле камня, который называется кварц фантом. Видите, там прям живой аквариум у нас. Это природа так создает. Доработали его мастера вот таким серебром, покрыли черным родием и позолотой. Сила природы у нас бренд, который все свои изделия, на них ставит метку вот такую в позолоте и с черным бриллиантиком. Читаем с вами характеристики. Кварц кристаллический, фантом, желтый кабошон, коллекционный, Индонезия, вес 60 карат. Бриллиант черный, 7, характеристики, чистота и цвет 7,9. 57 граней, 0,015 карат. Крошечка, но приятно. Вот в таком формате, видите, вот он фантом, откуда образуется, собственно, этот сам узор. И к этому изделию непосредственно у нас есть серьги. Я думаю, что при таком активном украшении, когда вот серьги и подвеска есть такие, вполне себе золотого обручального колечка на пальчик будет достаточно, и вы будете светиться как настоящая звезда. Очень интересные серьги для тех, кто ушки выдержит. У нас вес, у них 50, так это вес 51 карат, вес 31 грамм, то есть по 16 грамм на ухо. Также кварц фантом, читаем, кварц кристаллический, фантом желтый, коллекционный, вес 51 и 95 карата. Вот такая красота. И опять же, так как у этих изделий, сейчас мы с вами посмотрим, где наша бирочка, вот она, отличительный знак того, что это сила природы. Обращу ваше внимание, что у этих сережек привлекательная вот эта застежка, она хороша тем, если у вас широкая мочка уха, вы отжимаете ее вот сюда, назад, и тогда ушко не давит. Если тоненькая мочка, вы можете подвинуть ее, насколько вам нужно, и тогда просто жать как бы не будет. Но изделия, конечно, эти очень интересные. Посмотрите, какие они великолепно. Сейчас я вот так на просвет сделаю обе сережки. Видите? Вот такую вот необычайную красоту, причем узор видно, что он разный, да, создала у нас природа. Дальше мы смотрим подвесочку с чароитом. Кольцо, к сожалению, уехало. Обидно, когда такие вещи разъезжаются в разные стороны. Также чароит, видите, добили таким большим количеством, как, ну, не капельное серебро, но все равно такими наростами, как кораллами серебра. Опять же, отличительный их знак на тыльной стороне. Прочитаем с вами характеристики. У нас здесь ставка чароит кабошон, коллекционный якути, 21 карат. Красивая подвеска, если ее повесить на плотную такую цепочку, я думаю, такой яркий акцент, приятный, она вам добавит. Дальше возвращаемся к нашим ларимарам, мы их уже показывали, хочется еще раз продемонстрировать красоту ларимаров в серебре, натуральные хорошие ларимары. Опять же, по застежечке у нас идет вот этот элемент, который я говорила, который может отрегулировать зажим сережки для вашего ушка. Сережки, они светлые, вот остались от комплекта, вот в таком формате. Значит, смотрим, ларимар, вес 15,8 карата, и средний вес изделия 10 грамм. Вот такая красота. Пожалуйста, клеймо мы видим с вами, так что можете посмотреть. Шикарный совершенно браслет с огромным насыщенным ларимаром. И здесь у нас помимо ларимара еще ларимар кабошон 24 карата. И здесь еще Лондон Топаз 0,085 карата. И Лондон Топаз 0,014 карата. Вот они, два маленьких натуральных топазика. Тоже в таком серебре. И повторяет это серебро природные такие мотивы. Мне кажется, прям напоминает коралловые рифы какие-то. Вот, я думаю, что подойдет. Размер браслета здесь достаточно большой, а точнее, если будет размер 18,5. Вот, видите, достаточно. Опять же, здесь есть веревочка, которая регулирует это. Вы можете всегда цепочку, то есть не веревочка, 5 сантиметров увеличить и уменьшить. К нему идеально совершенно подобранные ларимары. Дальше смотрим. Ларимар у нас здесь 52 карата и также 2 Лондон Топаза. Посмотрите, опять же, такая активная подвеска, такой активный браслет, если вы оденете к ним бескаменку серебра, главное по цвету подобрать вот это серебро, будет шикарный совершенно комплект, потому что, конечно, по бюджету это видно, что камни дорогие, и стоимость у них
такая значительная. Если повесить 4 таких камня, то это будет перебор. А если вот с бескаменкой, с кольцами какими-то конго, например, с тринити, ну, с такими какими-то вариантами простых камней, эффектно очень будет смотреться. Поэтому посмотрите, порадуйте себя. Еще одно украшение от силы природы. Здесь у нас идет пейзажный агат. У браслета также есть удлинитель. Вы можете поиграться с размерами. Вот в таком формате он садится на руку. Здесь у нас, видите, такая явная асимметрия. По характеристикам мы с вами смотрим. Здесь у нас агат морской кабошон 20,5 карат. С тыльной стороны также отличительная метка присутствует. К нему у нас остались сережки. Жалко, колечко уехало. Посмотрите, интересно, очень построены серьги. Они длинные, но они не подвижные. То есть вот этот вес сережек, он получается 14 грамм, он будет распределяться по всей длине. И также у швензы у нас два варианта застежки, когда вы можете поджать их для себя. Вот этот вот элемент, видите, он достаточно легко, можно его увеличить и уменьшить. Так что тоже можно любым совершенно спокойно, без каменка и кольцом, и будет у вас вот такой красивущий, шикарный комплект. Еще один пейзажный агат. Это у нас новая поставка. Читаем с вами. Агат маховой, вес 38,5 карат. Казахстан. Бриллианты, покрытие белой родии и серебро. Общий вес 17,7. Смотрите, здесь у нас идет безразмерное колечко. То есть вы можете его раздвинуть и сжать для себя как нужно. С тыльной стороны вот такая великолепная вязь. Смотрим с вами, опять же, знак у нас есть. И вот такой вот роскошный карат с безупречными узорами, которые доработали такими же узорами в серебре. Померяем. Оно у нас не на очень большой сейчас палец, рассчитано на 18, но можно сделать его побольше. Дальше мы смотрим к нему же прямо родные сережки, то есть с подобранными изначально камнями. Хотя, видите, узор на серьгах и кольце у нас отличается. Но в гармонии они точно присутствуют, по размеру камни одинаковые, и по своей структуре рисунка видно, что они сделаны из одной глыбы. Также доработан узорчик немножко. Вот такая вот благородная, очень пастельная, серенькая тема. Интересная такая, спокойная, очень такое, есть от нее такая, знаете, холодная уверенность. И вот такой браслет. Были у нас такие уже два браслета. Это у нас очередной с поставки браслет. Здесь у нас тоже агат пейзажный. Агат пейзажный кабошон 31 карат. Видите, по длине у нас браслет 21,5 сантиметра, так что для полных рук 21,5 это более чем хороший размер. Обратите на него внимание. И еще один комплект с ларимаром. Здесь у нас колечко. Видите, если предыдущий ларимар был очень яркий, то здесь более спокойный ларимар. По весу, конечно, оно так ощущается. Ларимар у нас 54 карата. Цветочками доработан. Опять же, кольцо у нас безразмерное. Вы всегда можете его сжать под себя и разжать. Да? То есть можно сделать размерчик под себя. Бирочка силы природы у вас присутствует. Номерные все изделия. У вас остается гарантия от завода. Вот такое изделие. И к нему точно такой же ларимар в виде подвески. Да? Опять же, браслет без каменка, серьги без каменка и великолепный совершенно комплект, которым будете поражать и радовать окружающих. Здесь у нас ларимар кабошон 58 карат. Карат Доминикана, Гаити. Также меточка силы природы. Вот такая подборка украшений от силы природы. Все эти изделия в индивидуальном дизайне, ручной работы. Ювелиры делают, получают сначала камни, затем специально под них уже создают свои изделия. Поэтому я думаю, что такое творение будет всегда показывать вашу индивидуальность, в том числе, так как ваши точные изделия надеты на вас. Я думаю, это порадует многих. Заходите к нам в магазин, выбирайте на сайте, цены будут под ссылкой. Всего вам хорошего, до свидания.